Друзья, я совершенно убежден, что трудности современного мира должны преодолеваться при помощи искусства. И особенно при помощи культурных контактов между странами и народами, позволяющими объяснять друг другу особенности нашей жизни. И в этом плане я не могу не выразить восхищение работой Андрея Иванова и его команды по проведению второго казахстанско-французского кинофестиваля в тех условиях, которые мы с вами наблюдаем уже почти год. Я уверен, что третий, четвертый, пятый и прочие последующие фестивали будут проходить в совершенно других условиях, гораздо более радостных. Именно этого я ожидаю от наступающего Нового года. Поздравляю всех!